Брестская область – четвертая по счету, которую посетил в рамках рабочей поездки чрезвычайный полномочный посол Исламской Республики Иран в Беларуси Саид Яри, который отметил, что видит много возможностей для налаживания побратимских отношений между регионами. Главные цели дипломата – развитие и поддержка сферы туризма, установление торговых и экономических связей, экспорт и импорт в приоритете. Этот визит с уверенностью можно назвать началом взаимоотношений между областями Ирана и Брестской областью. На данный момент у нас есть очень важные потенциальные сферы для сотрудничества. Надеемся, что в будущем мы сможем повысить долю Брестской области в общем товарообороте между Ираном и Белоруссией. Со своей стороны, первой для взаимоотношений мы выбрали именно область Зинджан. Она является сельскохозяйственным и промышленным центром Ирана. В дальнейшем мы будем стараться, что все, о чем мы будем говорить сегодня, на встрече в ускоренном режиме в самое ближайшее время реализуется. Председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко подчеркнул, что регион тоже заинтересован в развитии экономических отношений с Ираном. Наша земля обладает большим потенциалом для сотрудничества. Руководитель области отметил, что прежде всего необходимо создать дорожную карту сотрудничества. Все то, что есть на Брещине, как выяснилось в процессе диалога, может быть интересным иранским партнерам. Успешно развивается деревообрабатывающая отрасль. Это предприятие Ивацевич Древ и признанный лидер в производстве белорусской мебели Пинск Древ. Иран заинтересован в поставках пищевой продукции. В первую очередь это товары, производимые на предприятиях мясной и молочной отрасли. Юрий Шулейко отметил, что в Брестской области работают мощные заводы по переработке мяса, которые уже аттестованы на соответствие требованиям халяля. Еще одно интересное предложение – организация поставок замороженной белорусской голубики, ведь именно эта ягода не свойственна для иранского рынка. Вы находитесь в области, которая имеет свой определенный потенциал, который может стать вехой сотрудничества с Республикой Иран. В частности, мы сегодня действительно поставляем в Иран этот плитный материал Ивацевичи, где вы сегодня будете работать. Брестская область – это аграрная область в первую очередь. У нас очень развита свободная экономическая зона. Здесь присутствует руководитель Федор Федорович. Непосредственно это нашего объекта, который занимается в первую очередь продвижением нашей продукции на экспорт. Во время встречи стороны обсудили дальнейшее проведение онлайн-переговоров между руководством и бизнес-сообществом иранских областей Гилян, Зинджан и Хормазган и нашим регионом, а также подтвердили, что эта встреча совершенно точно является началом плодотворных отношений. В завершение Саид Яри и Юрий Шулейко обменялись памятными сувенирами. Точки соприкосновения есть, то, что есть определенные потенциал нашей области. После более тщательных проработок мы подойдем к каким-то, так сказать, первым моментам обсуждения, чем мы будем полезны друг другу для нашего экономического и дружественного такого отношения. И я подтверждаю высокую заинтересованность наших экономических и политических отношений. Алена Миневич, Эдуард Бокунович, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.